Ой, я даже ночь не спала. Ой, ну, радости просто неизмеримое количество. Здесь вот вырвали уже, видишь? И все необходимое такое, понимаешь? Mm-hmm. Не то, что там какая-то блажь. Что бы было, если бы Кунка знал, что можно не просто играть в доту, но и делать на этом ставки? Было бы зашибись. Букмекерская компания 1xbet. Всем добрый день, с вами Айден, и сегодня у нас безумно интересный ролик, просто шик. Сегодня мы продолжаем эксперимент, где я даю большую сумму денег людям, и их задача потратить их моментально, и мы смотрим, что они купят, выгодно ли они потратить деньги или нет, решать только вам. И прямо сейчас я хочу отдать 10 тысяч рублей своей бабушке. В прошлый раз такой суммой овладела моя сестра, можете посмотреть выпуск по рекомендации сверху, и как бы сравнить, кто выгоднее из них эти деньги потратит. Бабушка, вы увидите, что он купит прямо сейчас, или сестра. И, кстати, если вам понравится этот выпуск, у меня для вас есть небольшая идея. Есть в описании форма. Заполняйте ее, покажите видео своей бабушке, и одна из ваших бабушек сможет стать участницей следующего выпуска, если вам будет интересен. Так что, если ваша бабушка захочет сниматься, пишите мне в комментариях с пометкой «бабушка», из какого она города, о чем она мечтает и так далее. И давайте, сколько лайков соберет этот ролик за одну неделю, столько денег мы дадим нашему следующему участнику. Бабушка, не знаю, кто там будет, в общем, сколько лайков соберет этот ролик за неделю, столько денег мы и дадим следующему участнику. Поэтому все зависит только от вас. 100 тысяч лайков, 100 тысяч рублей, 10 тысяч лайков, ну, 10 тысяч рублей. Итак, друзья, познакомьтесь с моей бабушкой Лидией Петровной. Скажи. Очень приятно. Скажу здравствуйте. Ну что, всем. Ты продумала уже примерно список? Ой, я даже ночью не спала. Сегодня думала, ну, надо же, такая знаменательная дата. Завтра День России, праздник. Такой масштабный. И у меня праздник, которым я позволил мой дорогой любимый внук Денис. Да, тогда вот я передаю карточку, на ней ровно 10 тысяч рублей. И да. Твоя задача сейчас просто вложиться. Все эти деньги потратить, да. Это мы с радостью. Первый магазин, мечта моя, Литуаль. Конечно, как любой женщине, нужна косметика. Причем хорошая косметика. А не всегда такую возможность имеешь. Поэтому я, вот первый мой такой знаменательный поход посещения Литуали. Ой, ну, радости просто неизмеримое количество. Купила то, о чем мечтала. И помада, и карандаш для губ. И самое главное, крем хороший, который рекомендовали мне. Ну и еще очень важно, чтобы волосы были в порядке. Здесь и краска, и маски. Так что вот. Но сначала немножко наших спонсоров. Сегодня это онлайн-стратегия UpX. Нужно выбрать денежную ставку, от 1 рубля можно делать ставки. Что тоже очень удобно, если вы хотите просто попытать удачу. Я поставлю 100 рублей, нажимаю «Играть». Поставил 100 рублей, и сейчас наша задача успеть забрать деньги, пока шкала не остановилась. Я забираю, потому что я, честно говоря, боюсь всех этих азартных штук. Ну и, соответственно, сейчас я оказался в плюсе. В общем, вы поняли, вам нужно стратегически рассчитать, выиграете вы сейчас или проиграете, учитывая вот прошлых людей, которые прямо сейчас в онлайне либо проигрывают, либо выигрывают какие-то суммы, приумножая их в 2, бывает в 3. Ну, бывает и проигрывают, конечно. Одно могу сказать точно, что в группе ВКонтакте очень много положительных отзывов. И я написал человеку, спросил, дошли ли ему точно деньги. Он сказал, что да, поэтому как бы проверенный сайт. В общем, пару дней этот косарь я то терял, то получал снова. И в общем итоге до 4000 я довел свой баланс, 1000 рублей. И эти 3000 рублей вывожу. И, собственно, идем, давайте снимать выпуск. UpX, ссылка в описании. Ну, а мы идем к бабушке. Мы сейчас направляемся в магазин Си-Си-Си. Он так называется правильно. Реклама там была. Посмотрим, вот там. Там обувь, да? Там обувь, сумочка там тоже. Это мой тон, мой цвет. А? Да, Дени? Да, да. Мне нравится она. А там что еще, такие кармашки? Ага. Вот здесь какие-то скидки. Так, 600. Ух ты! Да.
это икра лососевая. Ну что, только рекламирую фамилию Путина, нашего президента. Подарок со вкусом. 39-й размер. Возьми побольше. 16 очками. Нормальные? Да. О. Все, сейчас возьмем полотенчика. Вот видишь, как и для тела, и для души. Вот как. Анна, а? Это знаешь, сколько стоит? 700 рублей. Вот. А те 500. Это вот можно было 99. О, итак, вот мы пришли домой. Еще раз давайте посмотрим все, что мы купили. Так, с чего мы начнем? Сумки. Да, вот такая сумка. Ага. Красивая такая вся. И фурнитура красивая, и цвет. Угу. О, прямо. И вместе с цветочком. Смотри как. Да. То есть мне можно ходить с сумкой, а в руках держать цветок. А потом приходить. Или до того, если дождь будет, вот в таких сапожках в резиновых прошлепать можно. Потом вот такое приятное полотенчико на такую очень яркую такую тематику. Да. Очень колористичную такую. Ну и, конечно, здесь для лица, для волос, для губ помада и Путин. Ну, не Путин, конечно, а Путина, но близко. И такая вот и корочка для настроения, для радости, за все огромное. Да, и цветок. И цветок такой, для души. И еще, вот и еще да, красота. Это уже для дачи. Немножко погибли у меня петунья, как раз вот пойдет для этой цели. Угу. Так что ну, все. Как тебе в целом закупочка? Не закупочка. Великолепное, вот для всего. И все необходимое такое, понимаешь? Не то, что там какая-то блажь. Нет, все нужно. Ну, конечно, я бы сразу не решилась на такое количество и на такую сумму. Классно. Угу. Спасибо огромное. И тебе, Денька, что ты у меня такой. Мне кажется, что закупка с бабушкой более интересная и менее заезженная, чем со школьниками, поэтому если вам это больше нравится, обязательно дайте мне это знать в комментариях. И если у вас есть бабушка или дедушка, которые готовы заняться подобной авантюрой, потратив сумму денег на камеру, обязательно мне присылайте их досье или ВКонтакте, или по форме, которая есть в описании. Лучше ВКонтакте прям большими буквами «бабушка» пишите. Сколько лайков за неделю будет под этим роликом, ровно столько рублей я и отдам нашей следующей жертве, которая будет закупаться, и надеюсь, это вам будет интересно. Все, с вами был Айден. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока.